Привет, друзья и гости моего канала. Я рад вас приветствовать на своем канале. Для тех, кто смотрит мои видео, хочу сделать сегодня кратенький отчет по посевам земляники. Там у меня есть видео, как я сею землянику. Сегодня у нас 8-й день. Я хочу показать, что наши сеянцы земляники уже начинают всходить. Вот смотрите. Это один сорт у меня здесь. Здесь другой сорт. Этот немножко послабее всходит. А здесь эти сорта были у меня полностью накрыты вот таким кульком. Сделана такая тепличка была. Я немножко пускал туда воздух и все. Вот так это было. А вот у меня второй сорт. Он был вот так совсем чуть-чуть только прикрыт. Вот смотрите, какие здесь всходы. Здесь дружненько начала всходить земляничка. А здесь, где просто чуть-чуть было прикрыто, всходов практически нет. Вот где кулечек захватил землю, там еле-еле вот видно чуть-чуть начинает пробиваться. Обязательно нужно накрывать или стеклом, или вот такими кульками, как я делаю, или просто светлой пленкой, что у вас есть под руками. Это все просто и удобно. Вот 8-й день у нас сегодня, и наша земляничка уже проросла. Вот такой легкий и удобный способ посева нашей земляники. Кто еще не пробовал, пробуйте, и все у вас получится. Земляничка наша будет расти уже на этом окне. Если ей будет мало места и до весны она у нас очень сильно разрастется, ее придется пикировать. Если же нет, мы сразу будем высаживать ее в открытый грунт. Всем хорошего дня, хорошего настроения, удачных всходов. Пока-пока.